Любители зимних видов спорта приглашают на благотворительную лыжную гонку в Одинцово. Участники забега смогут выбрать одну из трех дистанций. Специальный гость праздника – легенда российского и советского спорта, пятикратная олимпийская чемпионка Лариса Лазутина. Ведущим станет олимпийский комментатор Андрей Арих. Победители и участники получат призы и памятные сувениры. А все собранные от стартовых взносов средства будут направлены в фонд борьбы с лейкемией.